Всем добрый день, с вами Вячеслав. Сегодня пойдет разговор о вот таком китайском воблере фирмы Birking. Я его заказал, стоит он, как видно, 210 рублей и доставка еще 57 рублей. Так, вот так выглядит бандерольчик, в который он пришел. Фирменный пакетик с пупыркой. Я его отрезал. Сейчас мы с вами его достанем, посмотрим. Вложена биркинговская наклейка. У меня уже несколько их, поскольку это не первая посылка. Сам воблер выглядит вот так. Честно говоря, ожидал, что он будет немножко более большого размера. Ну, как опять, как и на всех воблерах Birking, видим, что разработана в Японии наклеечка. Не знаю, насколько это правда. Итак, сейчас мы сравним то, что заявлено на сайте AliExpress в описании, и что мы имеем на самом деле. Так, ну для начала я хочу показать, что их там очень много, 9 цветов. Такие разные цвета. Я заказывал вот такой желтый. Сейчас мы его откроем из упаковки. Внимательно рассмотрим, измерим, взвешаем. В упаковке лежит запасной вот такой вот силиконовый хвостик, прозрачный, очень мягкий. Сама рыбка вот такая, ломающаяся. Якорьки из нас на резиночке. Тоже хвостик такой силиконовый, очень мягкий. Сейчас я... Секунду. Так, ну вот я якорьки развязал, резиночку снял. Вот так он выглядит. Он матовый, никакими лаками он не покрытый. Не знаю, что будет с этой краской. На вид он очень достойного исполнения. Вот так он выглядит. Глазки очень прям такие, как 3D, что ли, как их обозвать. Носик очень достойный. Какие-то есть такие пятна на нем, не знаю, то ли от упаковки, то ли от чего. Крючки довольно-таки острые. Как не черные, а светло такие матовые. Видно, как он держится. То есть крючки очень острые. Прям вот цепляются. Мама, не горюй. Но размера они небольшого, крючки. Ну и сам воблер не очень большой. Давайте мы его измерим. Заявлено, что он 9 сантиметров. Ну, где-то около этого и есть. Также мы его взвешиваем. Сейчас мы откалибруем весы. Так, весы откалибровались. Ложим воблер. Видим вес 8,1. На сайте указано 7,2. То есть немножко не соответствует описанию. Еще хотелось бы отдельно сказать про фурнитуру. То есть это как бы китайские воблеры, да, тоже это, как сказать так, копии дорогих воблеров, но как бы уже копии хорошие от фирмы Birking. И отличие от дешевых воблеров, то, что у них уже стоит более-менее хорошая фурнитура, они сделаны добротно, ничего тут не надо не проклеивать, вплоть до того, что вот колечки видно, что они, ну, буквой как бы так, ну, изогнутые вот в этом месте, в серединке, в отличие от дешевых воблеров. Сейчас я покажу, вот у меня есть дешевый воблер, это тоже китайский, но дешевый воблер, и вот посмотрите, какое здесь колечко, как бы мне его показать-то. Вот как раз в том месте, где крючок, например, цепляется. Блин, тут нет таких мест, где они. То есть вот так они кончаются. И за эти вот места цепляется леска
Ну, за колечки. Вот в этих вот местах вот. На кружках. Вот здесь цепляется леска. А у этих такой нету таких концов. Они как бы загнутые, и получается, что они как утопленные внутрь. Так, ну дальше мы будем тестировать их уже на воде. Вода у нас пока недоступна в виде озера, поэтому будем тестировать в ванной.